Тоже нормальный же. Конечно. Самой мертвой зоне. Ого. Ого, бодренький какой. Аж наверх вылазил. Не, заглох. Ты эту открывай, будку лучше оставляешь. Ага. Ну, заглот взял полностью. Да. Хорошая рыба. Удивляется. Сам возьмешь? Да. Мягкий зон. Вене взяли и покрупнее, где этого даже не видел. Мэрион, он не крупный. Он багрился снизу. Ну. Не, я говорю, какой юг будет крупный хотя. Не похож сильно на Миру. Не, не, да? Это Мира, больше Мира. Это после последнего раза я просто уже что-то похожу. Не, не, это тут. Вот. Хорошенький давит, хорошо. Да, да, это рыба ява. Это очень хорошая рыба. Давка хорошая. Я поэтому ждал, у меня он. Это хорошенький. А этот сразу, помнишь, который колом прибитый был? Стоял на месте. Только увидел эту, сразу вглупил. Это чопител, да, хорошенький. Не понимаю, бля. Полностью в шахту. Все орут, там десятка, размер 14 вон. И в шахту полностью. Крючок не вижу, бля. У тебя сейчас все достал. Он подбил ее снизу, понимаешь? Не, ну... Я удара не почувствовал, он ее просто подбил. Тоже нормально же. Конечно. Ну все, мы двигаем. Попал. Просто вверх дернул. Зато мерный, хороший. Хороший. Ну, я видел, было. Какой-то еле-еле тень, у меня все пропало. Ну, он вывалился, он. Ну, я знал. Самой мертвой зоне.